Ребята, всем привет, всем доброго времени. Недавно у меня кто-то спрашивал, почему у меня на B3 Passat дует горячий воздух летом, когда я выключаю печку на холодный, а она продолжает дуть горячим. От чего это так происходит? Ну, происходит это все очень просто. На B3 Passat, во-первых, нету краника на печку. То есть он не перекрывает подачу горячей воды. Вот здесь вот это печка с B3 Passat. Вот здесь вот стоит радиатор. Радиатор печки. Вот. Вот он моторчик. Он забирает вот здесь вот воздух с улицы. Гонит его вот по этому каналу. И вот здесь вот, вот в этом месте стоит заслонка. То есть, когда вам нужно, чтобы дул горячим воздухом, вот эта заслонка поворачивается сюда, становится вот так вот. И весь воздух начинает идти через радиатор и пошел в печку. Вот, то есть, туда уже на выход, на все обдувы. Когда вам нужно, чтобы здесь было холодно, холодный воздух, эта заслонка вот из такого положения, чпок, закрывает подачу воздуха на радиатор, и воздух начинает идти, минуя радиатор. В радиаторе остается горячая жидкость, но все это дело идет, минуя радиатор. Вот. Вот, смотрите, например, что происходит в вашей печке. Вот они, видите, заслонки. Заводские оригинальные заслонки. В них прорезаны вот эти вот окошки. Вот, вот, видите мои пальцы. Вот сейчас как раз радиатор закрыт. Сейчас я включу свет. Вот сейчас как раз радиатор, ну, обдув воздуха на радиатор, он закрыт. И вот точно так у вас это все дело уже посыпалось. И вот это все, теплый воздух идет на радиатор, идет и так, он смешивается, поэтому и холодный, и теплый. Поэтому нету как бы большой горячей температуры, но и также нету холодной температуры. Вот она, еще одна заслонка, например. Тоже видите, в каком она состоянии. Соответственно, воздух здесь будет вот так вот бегать, гулять. Вот, и он будет идти и горячий, и теплый, и во все направления, в которые только можно придумать. Вот, вверх-вниз. Здесь заслоночка уже другая. Вот она. Поэтому вверх-вниз будет разделяться. Вот место радиатора. Вот видите, еще одна заслоночка здесь стоит. Вот она. Вот она. Это более-менее в живом состоянии, но все же она идет вот сюда. В живом, хотел сказать, в живом состоянии, но смотрите. Вот видите, пальцы мои, ай, палец застрял. Вот. Вот она открывается. То есть вот эта вот горячая, она перекрывается двумя заслонками. Одной и второй. Для пущей надежности. А, нет, это одна заслонка, просто она вот так вот согнута. Оп, она вот закрывает, закрывает обдув, ну, проход холодного воздуха и сразу открывает горячий воздух сюда и идет. Когда он закрывает горячий воздух, то он перекрывает сразу две заслонки и... То есть он перекрывает и низ, и верх. То есть полностью радиатор перекрывает со всех сторон. Сделано, по-моему. Вот, в общем, какая петрушка. Так что вот вам хорошая причина, почему у вас летом с печки идет горячий воздух. И еще такое наблюдение. Можно поставить кран на то, чтобы закрыть горячий воздух. Ну, то есть, ну, закрыть подачу горячей жидкости в радиатор. Но при этом у вас он, скорее всего, быстро забьется, радиатор. Здесь сделано так, что постоянно через него циркулирует, поэтому радиаторы здесь ходят довольно долго. Вот. Но заслонки эти, к сожалению, не ходят слишком долго. Вот. Поэтому их надо снимать, проклеивать, и будет песня. Я бы вообще вырезал бы сюда жестянку, приклепал бы, чтобы этих дырок не было. И будет тогда тоже кайф. Это сделано просто для облегчения, наверное, или еще для чего-то. Я даже не пойму, для чего это все сделано. Сделали
глухие железки, и была бы песня. Ну, с этой печкой я еще повожусь. Ей нужен капитальный ремонт, потому что здесь вон дыра какая. Не хватает куска. Это мы все заклеим, все сделаем. Эту печку мы отреставрируем, и будет огонь печка. В дальнейшем ее продадим. Ну, а сейчас всем добра, всем пока. И всем удачи!